Хей, окей, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру под названием Mega Man 2. И что это у нас? Мы в прошлой серии с вами одолели Ветряного с двух каких-то атак. Поэтому теперь мы отправляемся с вами к нашему Рашеру. И по идее будем Ветродуем его задувать. Так, сразу сохраню игру. Так, вот это я чувствую. Немного сложечно, да? Ух ты ж ё. Ага. Давай, 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 давай. Они появляются, когда все вздыхают. Вот, вот, вот. Я, короче, немного крашнул игру перед записью. И у меня крашнулась та часть, где я в главном меню. Да сохранялся, называется. Из первой части. Что? Они научились бегать? Нормально, нормально, нормально. Я подумал, они научились бегать. Оказывается, показалось. Ладно, за большой хилкой можно спуститься. Ты ж ё-моё. Пол жизни оно будет. Хотя нет. Я не буду ждать до конца. Нужно еще будет поиграть какие-то игры, Дэнди, все, кого я убил. Вы я там убил. Ну ладно. Не нравится мне эта шляпа. Мало я не знаю. Ладно, упадем тогда к лестнице. Да. Я куда-то поднимаюсь вверх и вверх к небесам. Почему тут две лестницы? Классно.
Но я пройду по той же, поэтому... Падай, не падай. Главное, что я не к тупику иду. А, сохранюсь. Давайте. Ох, да, все-таки я не к тупику шел. Здесь сохранился. Стоять. О, все, получилось. Нихера себе! Так, окей. Берем аэро. Сохраняемся. Так, а сколько у меня одна хилка получается и 7 скрышалок? Да ладно, давайте тогда. Ладно, я же эти юзаю. На самом деле такой же, как и получается у нас ветряной. Убивается с двух атак. Классно. Сложность заграничная. Окей. Давайте я потом в конце игры уже скажу результат вот игры. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.